Спектакли-номинанты и лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска» теперь можно увидеть и в Сарове. Наш город присоединился к всероссийскому проекту «Золотая маска в кино». В июне горожане смогут посмотреть сразу три лучших спектакля России. Откроет фестиваль пьеса «Вишневый сад» режиссера Льва Додина. Этот спектакль будет необычный. То есть это вот режиссерская работа художественного руководителя. Этот спектакль был показан у нас в стране и за рубежом. Такое вот новое прочтение чеховской пьесы. 20 июня в художественной галерее пройдет вечер одноактных балетов. Зрителям покажут три постановки: «Тюль», «Одинокий Джордж» и -16 в исполнении артистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Завершит программу трансляции спектакля Театра наций «Гамлет Калаш». Это будет настоящее событие для города. Это будет... Для нас это новый формат, потому что мы не касались театра, да? А здесь наш проект про кино вот включает еще и такую работу. Проект «Золотая маска в кино» в художественной галерее стартует 13 июня в 18:00. На показы приглашаются зрители старше 16 лет. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 70287 или 70294. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.